Ну а теперь к другим темам. 10 человек пострадали в результате наезда пассажирской газели на корову в районе села Алмало. Об этом сообщили в республиканском ГИБДД. По словам водителя, животное неожиданно выскочило на проезжую часть, и избежать столкновения он уже не смог. Пострадавшие, среди которых есть и 4 детей, доставлены в республиканскую клиническую и детскую клиническую больницы с травмами легкой и средней степени тяжести. По прогнозам врачей, в ближайшее время многие из них будут выписаны. По данным госавтоинспекторов, салон не был оснащен детскими креслами. Это и привело к такому числу пострадавших среди детей.